Дорожную карту по улучшению инвестклимата разработают в Беларуси. С 1 октября заработает система межбанковской идентификации. И российский рубль существенно подорожал. Новости экономики на Беларусь-1 и Беларусь-24 в студии Ольга Зеленская. Здравствуйте. Дорожная карта по улучшению инвестклимата будет разработана в Беларуси. Заявление прозвучало накануне на инвестиционном форуме, который проходит в эти дни в Минске. Есть инициатива включить в нее в том числе и заявления, которые были озвучены на самом мероприятии. Ну а если говорить в целом, то в дорожной карте будут представлены предложения частного бизнеса и иностранных инвесторов по созданию дополнительных благоприятных условий для привлечения и освоения инвестиций, а также по преодолению существующих барьеров в инвестиционной деятельности. Окончательный вариант документа будет подготовлен после завершения форума. Но что же касается конкретики, то в настоящее время экспертами сформирован актуальный список отечественных предприятий, которые хотят и готовы быть объектом инвестирования. Правда, названия не озвучиваются до согласования в Совмине. Сейчас у нас в работе находится 8 предприятий. Мы вносим корректировки в этот перечень. И еще мы планируем, что 8 предприятий добавится в этот перечень, и мы возьмем их в работу. Мы пытаемся взять лучший опыт, применить его к нашей стране, для того, чтобы найти для белорусских предприятий именно того собственника, который будет развивать это предприятие, которое будет приносить новые технологии, создавать рабочие места.